Оглушительные выстрелы, тяжелая амуниция и запах пороха – все это так знакомо финалистам военно-патриотической игры «Победа». Сегодня им предстояло пройти полосу препятствий аж в 5 километров. Горячо стало уже в самом начале. Оказавшись на огневом рубеже, стрелка нужно попасть точно в цель, которая находится в 100 метрах отсюда. Если честно, с этой позиции она кажется совсем крохотной. Также задачу усложняет и сильная отдача после выстрела. Выстрел за выстрелом, и участники все ближе к цели. Иван Изосимов оружие в руках держит не впервые, но сегодня что-то пошло не так. Вот первый выстрел, я вот знаю то, что я вот сюда вот попал. А потом, когда начали с боков стрелять, меня очень сильно оглушило. Я как бы не мог сконцентрироваться именно на мишени. Сложно поверить, но в военных касках сегодня и девушки. Даша Аринина стреляла впервые в жизни, и это был оглушительный провал. Потому что оглушает, и у тебя уже голова едет. А сколько раз попало? Ни разу. Ну а дальше военная игра стала все больше напоминать биатлон. Отстрелялись, стали на лыжи и пошли. А где-то даже и поползли. Палками осторожней, Лен! Они стреляют, бегут на лыжах и даже подрывают танк. Чтобы оказаться на этой полосе, ученики всех кадетских школ и военно-патриотических центров прошли серьезный отбор. Из 12 тысяч в финал вышли только 170 ребят. И эта игра – другая школа жизни. Я думаю, что все ребята, которые участвуют в этих мероприятиях, пусть не все они будут служить в армии, пусть не все они будут офицерами, но я уверен, что все, кто участвует в подобных играх, в подобных мероприятиях, они будут достойными патриотами и гражданами своей родины. Команда, показавшая лучший результат времени и точности, уже в этом году отправится в Москву. Она будет представлять республику на всероссийских военно-патриотических играх. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.